Чебоксарском заливе появится центр уличного баскетбола мирового уровня. Речь идет о территории рядом с Певческим полем. Здесь будет несколько баскетбольных и стритбольных площадок с акриловым покрытием, переносные и стационарные трибуны, воркаут-зона с тренажерами. Администрации столицы республики предстоит организовать подъездные пути и установить наружное освещение. Эти работы начнутся уже в ближайшее время. Затем инвестор приступит к работам, которые планируется завершить в полном объеме в текущем году.